В Калининском продолжается подготовка к отопительному сезону. По просьбе администрации района теплосеть Санкт-Петербурга провела внутритрубную диагностику тепломагистрали «Полюстровская». Проверку труб диаметром в 1200 мм и протяженностью 519 метров специалисты проводили дефектоскопом. Это робот на дистанционном управлении, который способен измерять толщину стенок и находить вмятины, отслоения и ненадежные участки. Ранее аппарат уже применялся на территории Калининского и зарекомендовал себя с положительной стороны. 3 года тому назад внутритрубная диагностика, проведенная данной теплоснабжающей организации на Кондратьевском проспекте, показала наличие дефектов. Мы смогли своевременно тепловая сеть их устранить, не допуская крупных отключений. И данный аппарат, который работает, я считаю, что нужное дело. Мониторинг тепломагистрали длился 3 дня. Сразу по его завершению специалисты обозначили ненадежные участки для дальнейшего предотвращения возможных аварий. Впрочем, серьезных дефектов найдено не было.